Поэтому, пожалуйста, предупредите особенно детей. Передайте своим друзьям, соседям в недавно деоккупированных городах, селах, во всех территориях, где недавно были россияне, которых сейчас прогнали. Очень важно не наступать на траву, на газоны, потому что очень коварно заминировано и минируется на площадь сотни квадратных метров во время прилета ракеты. Будьте осторожны, пожалуйста, берегите себя и учтите, что вот такая маленькая мина — это то, что может минимум покалечить.